Є одна досить популярна тема, зараз в інтернеті гуляє, всі ми дивимося, всі ми слухаємо. Досить корисно послухати якісь цікаві теми, коли ти їдеш там в метро, в автомобілі. Ми включаємо собі в ютубчику, слухаємо або на якихось певних подкастах і дізнаємося якусь певну корисну інформацію. От що ти хотіла би дізнатися, якщо б до тебе прийшла зірка? Якби до мене прийшла зірка? Так. Просто поспілкуватися, не інтерв'ю. Мабуть, ну слухай, це дуже складно так, і треба ж розуміти, яка зірка прийде. Ну, наприклад, якщо б до мене прийшов Олесь Пінчук, то я б захотіла запитати, звідки ти. Ну, можливо, так. Або як тобі бути Олесем, там, знаєш? Ну, і поїхали в цю тему розкручувати. А, так, розкрутимо трішки пізніше після ефіру, я тобі розкажу. Але сьогодні до нас прийшов гість, людина, яка створює подкасти і записує їх на YouTube-платформі. Це Ігор Неровний. Доброго ранку. Доброго ранку. Привіт, Галіш. І хотілося б спочатку дізнатися, чим відрізняється подкаст від інтерв'ю. Ну, там, як мінімум, другое название, наскільки... Логічно. Ну, так, це вже пояснює абсолютно все. Если так посмотреть, то я думаю, в чем дело? В том, что интервью – это, скорее всего, где один человек задает вопросы другому, ему прямо от него что-то нужно. Я думаю, подкаст – скорее разговор, где два или более людей. Ну, наверное, есть какое-то разумное ограничение. Наверное, 10 – это уже не подкаст будет. Вот. И интервью все-таки… Возможно, интервью тоже подкаст, но подкаст не интервью. Возможно, тут, знаешь, что подкаст более широкое и более неформальное понятие. Наверное. Я, кстати, не гуглил, не смотрел Википедии, но по опыту я думаю, что я не обманул никого. Угу. А ну, підкасти як для тебе схоже на те, що це як радіорозмова, можливо? Бо це теж якось як і не інтерв'ю. Ну, що для тебе це? Студії, в которой я записываю, там такие прикольные микрофоны есть, и наушники, поэтому я все равно ощущаю какое-то радио настроение. Конечно, это так очень похоже, только ты можешь все что угодно вырезать. Вот я, ага. Например, там на одном из последних ляпнул что-то, а мне гость говорит: так нельзя. Я такой, ну и все, и мы вырежем. Это такие... страшно. Ну, да, но я могу так сделать, но я все равно вырезал больший кусок, поэтому даже это ничего туда не влезло. Но эта штука, конечно, паразитирует людям, особенно на каких-то там записывают уже что-то большое, такие, мы вырежем. И уже когда на сотый раз на этот жест смотришь, такой, да мы поняли уже, все, модный парень. А вот первый ты подкаст, я пришла в голову идею, что это было? Да я не думаю, что тут должна приходить идея, потому что есть такая шутка, что каждую секунду рождается в мире где-то новый подкаст. Или минуту, ну неважно, в общем, много их. Как это получилось, так как я стендап-комик. У меня картинка в голове, это когда... Пологовий будинок, народжується дитина, і тут, вибачте, у вас подкаст, і включають, і слухають разом з лікарями. Все, ми це все забулися, я просто мусив це сказати, тому що це у мене в голові було до кінця вечора. Це так мені сподобався, добре, дякую. Антон, я не зрозуміла. Я тут уже 5 хвилин сижу, шуткую, ладно. Я вообще сижу, сначала Олесь спрашивает, как бы, о чем бы ты говорил, когда звезда пришла бы. Я такой, я гость вообще-то. Взагалі, расслабляемся, у нас подкаст ранковый. Так, а про что мы говорим? Вот первый подкаст. Как ты кажешь, пришла идея, просто народилась, как и тысячу подкастов? Да, я просто подумал, что было бы неплохо поговорить с некоторыми стендап-комиками, особенно с теми, с кем я не знаком, про какие-то моменты в стендапе, так же, как вы, например, работаете на телевидении, и если вы встретитесь с кем-то, ну, с другого канала, с другой стороны другого канала, там, с кем угодно, то вам будет точно интересно, чем отличается, там, локальность какая-то, возможно, там, масштабы, еще что-то. И вот мы это все обсуждали. И со временем, чем больше ты делаешь, тем больше ты понимаешь, что интересно там зрителям или что тебе уже не интересно. Вот так оно как-то идет, как река течет, все меняется. Перетікає. А дивись, підкаст ти робиш на YouTube-платформі, а чи думав ти, що просто це було, знаєш, як в записі, бо в мене, наприклад, є знайома, вона просто на пості вмикає підкаст і як замість музики усюди його слухає. В чому тут для тебе різниця, чому ти обираєш, наприклад, відео-підкаст від аудіо? Да тут, наверное, все дело в том, что YouTube слишком популярен сейчас, и он как будто как какая-то монополия на контент психологически, больше про психологию я говорю. Но я думаю, что выложить, есть же там Apple подкаст, Google подкаст, и там действительно есть какие-то люди, по каким-то ключам они могли бы это все искать, и наверняка я это сделаю. Просто это...
Как будто что-то такое, которое очень важное, но не прямо сегодня можно сделать. А ты робиш поки що на Ютубі, і це виключно комік, я так зрозумів, правильно чи ні? Ну так, но я думаю, что, во-первых, стендап — это часть комедии, поэтому будут какие-то люди, которые больше. Більш відомі? Ну, більше зірки. Ну и известны, и более в комедии, например. То есть есть люди, которых мы знаем по какому-то комедийному жанру или образу. Было бы интересно с ними пообщаться, потому что какие-то моменты общие, но, естественно, там стендап в чем-то сложнее, в чем-то другое, в чем-то еще что-то. Но в целом со временем приходит понятие, да, было бы вот интересно еще с этим человеком поговорить или в этой сфере. А потом думаешь, ну вот, возможно, и этот человек бы уже согласился, и этот. Ну, в общем, уже начинаешь думать, зачем себя в чем-то ограничивать. Но тут главное никуда не спешить, в принципе. Главное, в общем, все, что делаешь, пытаться делать хорошо, потому что, мне кажется, все, что человек не делает, он все равно будет недоволен этим. И такой думаешь, так, мне надо вот еще что-то сделать для того, чтобы позвать, например, или для этого разобраться с этой темой, закрыть эту тему, чтобы перейти к следующей. Вот я сейчас хочу, например, подбить итоги. Скоро будет там у меня 10-й выпуск, вот я бы все это подбил. Там потом еще будет праздничный, еще что-то, и такой думаю, ну ладно, может еще что-то перейду. Святковый это будет, когда вы будете спілкуватися и... Пьяные, да. Естественно. Для салата, я думал себе салат, открывается шампанское. Я думал про шампанское. Наливаете такие, выпиваете. Він уже святкує, я уже бачу, зрозуміло. Місяць лишився, розумієш, і вже настрій. Ну, хто нас смотрит, обязательно подпишитесь, правильно сказати? Так, звичайно. Бла-бла подкаст буде прекрасніший новогодний випуск, буде, наскільки я сегодня, насколько я сегодня в этом уверен, Сергей Чирков и Роман Щербан — потрясающие ребята. Будем все говорить на украинском языке, не то, что я сейчас себе позволяю, а вот будем прям говорить, будет круто. Будет, я думаю, купим, вот настолько будет круто, что, возможно, какие-то шапочки купим новогодние. Представляете? Ого, ничего себе, даже гирлянду его мотаете. Ну, я не знаю. Это какое-то сумасшествие просто. Поки що ідея мені максимально сильно подобається. Я вже хочу бачити ось це, як ви світитеся, відкриваєте шампанське. Ти думаєш, де ялинка, де ялинка? А от ви можете мені посоветувати, коли краще його випустити? 31 января? 31, мабуть, це будуть зайняті. А от 1-го? А от 30-го? Просто відпочивають. Лежать такі на диванчику, доїдають салатик. 1-го, 2-го, возможно, да? Да. От вона вже подивиться, так. Плани є. Продюсер. Дивись, а давай поговоримо ще такий момент, от коли люди щось роблять, наприклад, там, знаєш, наприклад, займаються танцями, пишуть музику, вони зароблять з якоюсь ціллю. З якою ціллю ти створюєш підкаст? Тобто, які у тебе плани, що для тебе цей підкаст? Ну, я думаю, що, якщо ми вже, як я говорив, что я стендап-комик, и в основном там были, ну, подкасты сейчас с стендап-комиками. Каждый человек, который идет во что-то публичное, конечно, в голове думает, ну все, я завтра буду как Элвис Пресли, ну, либо... Завтра беру, вот такой раскидаюсь вопросиками. Да. Я же понял твою идею. Да, и вот я такой буду. Но на самом деле была мысль просто начать что-то делать. И, возможно, это подскажет в плане контента, в плане себя, ощущения в кадре, что делать. То есть, не начав ничего, возможно, я ни к чему не приду. А сейчас, вот, например, то, о чем я говорил. Я хотел одно, сейчас мое отношение к этому чуть-чуть изменилось по отношению к тому, как должен быть контент, какие могут быть форматы. Поэтому я думаю, что вообще цель не важна. Просто и ты. Как у самурая. Ага. Нет цели, только путь. А як ти прийшов до подкасту? Як готувався? Чи довго, чи недовго? І хто був перший гість, якщо ти пам'ятаєш? Я журналіст закінчив, журналістику, тому, в принципі, я, мабуть, готуюсь скоріше, як на інтерв'ю. Тобто, це не обов'язково має бути структура, така жорстка, як в якомусь регіональному медіа, де у нас є 12 питань, що таке стендап, і ми будемо по ньому йти. Ні, але... Все равно какая-то есть какие-то темы, которые хотелось бы поднять, поэтому я их поднимаю. Первый комик был, это была комикеса Аня Кочегура, потрясающий человек, и комикеса тоже потрясающая. Один, кстати, из моих любимых. Очень, мы как-то смогли охватить очень много тем,
и даже некоторые куски, там был еще Андрей Бережко и Анна Кочегура, и все рассказывали истории про хеклеров. Ну, ты точно знаешь, что такое хеклер? Хеклер – это такой зритель на стендапе, который много говорит, цепляется, задира, плохой человек. Це коли ти виступаєш і тебе починають перебивати. І тобто ти навіть можеш інколи посипатися, бо ти забув про що ти говориш, ти думаєш про цю людину, яка в залі сидить. Вибачте, я пояснюю звичайними словами. Ми повертаємося. Ну, це не один раз, це він прям такой, ну все, сьогодні я звезда. Вот. И мы говорили, там были истории у каждого про, про каких-то хеклеров, про то, как человек, ну, как один хеклер рассказывал анекдот, другой выходил на сцену, еще что-то. В общем, это достаточно интересно, и там даже если на Ютубе можно метрики всякие смотреть, этот кусок достаточно популярный, рекомендую. А ось дивись, подкасты, ты их створюєш, ты плануешь работать уже новорічні, а... Чи не думав ти, наприклад, потім змінити взагалі, наприклад, на другий сезон, взагалі не по коміках піти? Тобто коміки, я так розумію, що це, можливо, в якійсь мірі і обмін досвідом. А потім взяти якийсь взагалі інший напрям? Я в останнє время слушаю більше, наприклад, української музики. Є круті артисти, от там мій знайомий дуже сильно форсит Паліндрома. Но я, да, крутой чувак, не прям, он чуть жестковат, но мне нравится Калуш, конечно, он сделал уже со всеми фиты, в том числе Сосковка, потрясающе. Вот я бы, например, Сосковкой просто бы пригласил, просто о чем-то о жизни поговорил бы, потому что он классно поет, мне нравится его голос, нравятся тексты, но что он за человек, там сильно непонятно, естественно. Вот, то есть 100%. Я думаю, что в любом случае творчество и люди, которые сейчас зажигаются по-другому, и становятся, возможно, не такими большими звездами, как... Ну, я не знаю, как Иван Дорн. Возможно, они не могут иметь такого охвата за счет там, украинского языка, потому что рынок меньше, еще что-то. Но для своего масштаба это прям очень крутые ребята. Я б з удовольствием общався. Я би з Ковкою так само поспілкувався за те, що він був невідомий, невідомий, невідомий до того моменту, поки не випустив фіт з Калушом. Додому. Ні, не додому. Він випустив Отаман. Отаман перший вони випустили, і тоді всі дізналися про Ковку. А як виявляється, я бачу, Ангеліна поки що не розуміє, про що ми розмовляємо. Як виявляється, він вже пише ну, років 10, а ніхто не знав. А це просто феномен української музики. Дякую за те, що ми поспілкувалися з тобою про це. Ангеліна, поки що ви була. Я сиділа, знаєш, як на підкасті, сиділа і слухала. А давай, можливо, створимо зараз підкаст якийсь, на якусь тему просто поспілкуємося. Так у нас вже є. Тут, розумієш, общення, оно і є. І от якраз одна тема буде передвигатися в другу, тому от тема, наприклад, 10 лет. Вот сейчас часто говорят, что там кто-то может записать один фит, хит и залететь в чарты, что угодно, супер стать звездой за один день. Вот он 2 месяца назад начал. Вот ты же знаешь, в стендапе так не бывает. Ты не можешь написать пару шуток и стать знаменитым. Это путь в 10 лет, и все комики, которых мы знаем, это просто люди, которые ели боль в течение 15-20 лет. Ну, так оно и есть, да? Ели боль и самоунижение. Я просто сиджу і думаю, що такої фрази я ще не чула. Я завжди кажу, що коміки заробляють співчуття. 100%, так. Да. І я имею в виду, здорово, що вот Сковка не бросил это дело, потому что он такой, я буду этим заниматься. Есть прекрасный комик Евгений Евсюков, который сказал, что если я буду зарабатывать столько же, сколько сегодня, еще на протяжении ну, многих лет, то я все равно это не брошу, не вижу смысла. Главное, чтобы не оставаться на уровне качества сегодняшнем. Потому что если ты развиваешься, и ты сам это понимаешь, и твое окружение это понимает, ну, как-то все это понимают, то, конечно, круто, и рано или поздно ты найдешь своего зрителя, слушателя или что угодно. Главное – качество. А то, что некоторые идут к славе, популярности всю жизнь, а кто-то находит, как Ван Гог, после смерти, конечно, я сейчас очень пафосно сравнил Ван Гога и стендап-комедию. Те шутят про непонятно что, а он писал картины. Но я имею в виду, что... Много примеров есть, когда и в 40 лет, и в 45, и в 50 люди находили своего зрителя. Так что... Ну, ось ти кажеш, що зараз у нас відбувається, в принципі, підкаст. Дивись, якщо ми говоримо про інтерв'ю, то це, як ти сказав, є певна ціль, ми ставимо запитання, слухаємо нашого гостя. То підкаст, в твоєму розумінні, що це? От як до нього так підготуватися, щоб його зробити вдалим? Я не знаю, мені кажется, тут должна бути синергія якась, розумієш?
Я розумію. Просто, але ти готуєшся? Ти прописуєш питання, які ти хотів би задати своєму майбутньому гостю? А я потім... прописую, ну, думаю о тих вопросах, які мені були б в цілому цікаві. От, наприклад, за період з предыдущого подкасту мені було б щось цікаве. Потім я ще смотрю на конкретного чоловіка і думаю, що конкретно з ним було б цікаво. І от у мене вже два види питань. Уже неплохо. Ну, звісно, так само підказ, я так зрозуміла, чому він зараз у нас відбувся, що ми не тільки тобі задавали запитання, а ще якось теж підключалася зі своїми історіями. Ну так, да, Олесь питався, а ти, звісно, немного... Ну, я, знаєш, я не в підкасті, я в ефірі. Ну, трішки, бач, тема... Я пусть парня одуваюся. Не сильно близька тема, розумієш? Нам, ми знаємо, про що ми спілкуємося з тобою, а Ангеліна трішки така... А. Ну, жартуйте, давайте. Давай шутку. Займайтеся. Так, ні, ми просто, може бути, зараз Ангеліна така... А от я що думаю по цьому? Як ти, от, наприклад, відносишся к тому, що хтось може в музиці стати... известным за один бенгер, назовем это так, да, за один хит, а кто-то идет 10 лет к фиту, да, с Калушем, и только потом набирает свою аудиторию. Ну, якщо подивитися на TikTok, наприклад, да, який зараз допомагає взлетіти, то мені здається, взагалі це просто ситуація випадку. Раніше такого не було. Зараз це джекпот, який можна зірвати. От як на мою думку. Я зараз відчуваю себе на підкасті. От, і просто, ну, реально, якщо навіть десь шкода, що є дійсно люди з освітою, з визнанням, але, можливо, тут їхній момент, що вони, знаєш, шукають, чого ждуть, думають, що треба постраждати, треба вижити. А інколи потрібно навіть спробувати, закинути і, можливо, залетіти, і потім, ну, на цьому далі будувати кар'єру. Да, ну, от, як говорив, по-моєму, Морган Фрімен звуть такий чоловік, який везде об'ясняє сюжет фільму. Актер, да. Він сказав, що класне время дійсно зараз, ну, і це 100% так. Він говорить, я очень, ну, много ерунди творив у своїй молодості, і не було інтернету, і ніхто це не може увидеть. І зараз все такі, Морган Фрімен, боже, який замечательний молодий чоловік. Ну, А он говорит, мне было бы стыдно за то, что я делал тогда. Я думаю, что вот эта возможность получить тоже момент славы, он очень крутой, но, конечно, имеет последствия. И если мы сейчас все живем в такой медийной парадигме, что у всех, оказывается, есть детские травмы, ну, да, вдруг оказалось, что они у всех есть. Раньше вообще их не существовало. Появились инстаграм-психологи. Да. И вы их нашли. Да, я, кстати, думал, блин, я недавно подумал о том, что у меня есть знакомая, которая пишет огромные посты в инстаграме про то, что у нее была депрессия, и это действительно ужасно. Я, ну, тут никаких шуток не может быть. Но она там еще забавно выставляет полуобнаженные фотографии. Я такой думаю, блин, это... Ну, у нас тебя комфортно почивает, разумеешь, типа, она... Я не даю депрессии, когда она одягнута. Я просто имел в виду, блин, так жалко, что, например, 40 лет, ну мне не 40 лет, но я как будто за себя в будущем переживаю. Так обидно, что 40-летние мужчины не могут так делать. Ну, понимаете? Понимаешь, я в ваших руках. 40-летний мужик раздевается, он еще выглядит не очень. У тебя будет прекрасное тело. Если у тебя будет прекрасное тело, ты накачаешь его и станешь мега-секс-символом, там, не знаю, подкасту світу, то, відповідно, навіть если в 40 років ты выкинешь головну фотографію, скажуть, ну молодець. Да, ну вот тогда мы возвращаемся к теме там лукизма, бодипозитивного и всего прочего. Тоді дивися, вертаємося до теми, якщо якраз оголені чоловіки. Не хочеш ти роздіти. Ми не хочемо про це поговорити, але я це скажу. Дивися, клички, два клички знялися в для якогось журналу саме з торсом. Що ось таким. І вони взлетіли ще більш в популярності. Розумієш? А їм було якраз майже під 40 років. Слухай, можливо, заставку підкасту треба робити іншою. А давай зараз, ми точно в контексті узнаємо. От як ти вважаєш, ти знаєш, хто такий Андрій Щегель? Ні. Это, возможно, самый известный, да? Возможно. Мені здається, один із найпопулярніших стендап-коміків України. Пані редакторка, скажіть, будь ласка, чого ви на мене з коміками починають тут якби нападати? Ні, я имею в виду, он сейчас последние пару месяцев тоже ходит с голым торсом. И это достаточно, ну, эпатажно и резонансно, но видишь, до тебя не дошло. Видишь, насколько все локально. Мені, дивись, я хочу повернутися трішки, ми прикольно тему зачепили, зараз відчувається все підкаст. Голих мужчин? Про голих мужчин. Ні, про підкаст. Ось про
от я дивися, а якщо, наприклад, є зараз ті, хто дивляться наші підкасти, а ти вже маєш досвід, тебе вже там, я бачила, за тисячі прослуховують. Ось, але це щирі, чесні, не накручені, тобто це дуже круто, коли так прослуховують і дивляться матеріал, то чи міг би дати якісь поради, з чого розпочати? От хто вже вирішив створити підкаст? Я думаю, що не я должен це давати, тому що на самом деле это все эти просмотры, это мои гости и грамотная YouTube-оптимизация, потому что, ну, знаете, все эти теги, хэштеги, все очень тоже важно. Да что, главное делать и понимать, что, возможно, это должно быть интересно не только тебе одному, ну, хотя бы еще какой-то группе лиц. Например, вот когда ты спрашивал про цель, я, наверное, забыл сказать, но когда я начинал делать там со знакомым, то я на самом деле и он четко понимали, что это супер низкая ниша, супер низкая узкая ниша. Ну кому будет интересно смотреть только про комиков и обсуждать, как мы там пишем шутки, либо еще что-то. Но это реально никому не нужно. Но мы это как бы делали, ну осознанно, типа, ну да, мы это делаем, но мы хотим делать это типа прикольно. Поэтому какие могут быть советы? Как и я, прийти сразу к тому мысли, что, возможно, стоит чуть-чуть расширить тему, сделать смесь информативности и развлекухи для народа. Але мені здається, ще дуже круто, що знайти свою нішу для підкастів, щоб, знаєш, не про все підряд, бо все одно є коміки, які підростають, матеріал залишається, це, знаєш, як підручник, який потім передається, і його будуть слухати і дивитися. Ми тобі дякуємо, що ти розпочав підкаст. Дякуємо за те, що ти інформативно, так сказати, відповів на всі запитання, перейшов в подкаст, поговорили про деякі цікаві теми. У нас сьогодні був в гостях Ігор Неровний. А ми ще раз дякуємо за перегляд, і ми надалі будемо інформувати вас актуальними темами. Не забудьте бути завжди нашими друзями, підписуйтесь, залишайте свої коментарі і діліться цією інформацією з друзями.